Я сетка. No, not easy. Я вода. Там, в принципе, и улицы ахтинг завершают, если игру найдут. Альфа, мне кажется, уже нашел. А центр еще медленный. Ну, посмотрим. На компах дамажный, пиздец, около РПГ. Что там за цель-то? Ну, это лаг. Да, жалко красных. Ну, хумам... Не, хумам обычно, если он хорошо играет, то он сразу хорошо играет. А сейчас уже пиздец. Ну, с кем не бывает. Тут Дминго сыграл хорошо. Да, сервер полный, кстати, 20 человек. И тут какие-то еще левые сидят. Кто такие вообще? Да? Смотри, что ты пришли. То есть, если бы любой другой был за красных, даже если бы фаншайн, то как бы уже все. А вот фиг его знает. Да не точно. Ну какая разница, ты без тахарда. Он сейчас видно, что у него проблемы с запингом. Видишь? Угу.
Он просто сделал почему-то. Привет! Привет! Ну как, первая учебная неделя? Пиздец! Ты выжила? Да, я еще завтра на работу пойду, но немножко. Ну ты герой, не, вообще. Он играл с спином 120. В натуре. А 150 это тяжелее. Молодчинка. Спасибо. Да у меня так сгорело от бухгалтерии, ты бы знала. Блин. Я понимаю. Это Хумам играет? Да. Что-то он как-то... А, это какие-то новые друзья Хумам, походу. Наверное. Он же играет там на этом, на каком-то серваке, ебанутом. Там какая-то игра непонятная. И они чё? Там... Ну, короче, типа в ДМ есть... Да. Там какой-то дом, блядь, они ходят, непонятно, что делают вообще. Какие-то очки собирают, еще что-то. Такой, знаешь, типа... Блин, да, ТРП на Гаррис Моде смешной. Такой, типа пазла и еще чего-то непонятно. СТФ там что-то такое. Знаю. Вот. Они там играют, походу, друзья его. Жалко, конечно. Что-то админ кальянный сегодня мажет как-то. Нормально. Ну, криво он попал на фейс. А чё Хумам подводит всех? Ну, а чё он сделал, может? На следующий карте надо менять его. Надо ханшайн постирать. Больше некому. Не, он... Как вырезаться-то, блядь? Ну, короче, современный. Светский. Ты еще с кем разговариваешь? Фаншайном. А, вижу все. Не, он не злой. Да, по-моему, он очень добрый. Я... Конечно. Он даже слишком добрый. Но Китти так не считает. Да какой бомбяч он? Ты че, он бомбит по фану, типа бомбит. На самом деле он не бомбит. Да. Бомбит от нее. Или Вуди. Ну, Вуди бывает тоже. Да, да он порой на ровном месте может просто загореться. Ну, в принципе, Эйл тоже бомбит. А раньше вообще бомбил, пиздец. Там Эйл убьешь случайно, а потом хейтит, блядь, неделю. Причем они даже с центром умудрялись ругаться на него. Ого. Ну, в принципе, красным можно дать моральную победу, потому что при любом другом игроке.
три фрага всего. Да, еще полугры пошло. Может все случиться, перевернуться точно. Ну, в принципе, Гриз-то тоже там не сильно лучше. Аферист, как обычно, раздает. Мы не выиграли. Ты за красный болеешь? Конечно. Я болею за синих. А я за красных. А ты сметану почему разбить не можешь? Ну вот потому что. Чё, я должна объяснять все какие-то симпатии каким-то игрокам? Да не, просто интересно. А, тебе, наверное, привет нравится. Да. Линия же. Сметанку, смотри, раскусили быстро. Не, я болею за красным, потому что там, во-первых, РПГ мама, один дамаженный. Там аферист, ну или наоборот. А в-третьих, там еще и водит с Гризом, это вообще клево. Ну, а с синими все понятно, там пред, центр, эвил. Не. Всех кого-то любишь. Да, да, да. Команд троллей, блядь. Да. Ну, на самом деле, мне вот из команды синих симпатизируют практически все, кроме преда, потому что преда я не знаю. Ну как бы по большому счету, там никого не знаю. Да, но просто общался я с ними побольше, чем с предом. Ну кроме Дния даже лучше там, знаешь, чем остальных. Ну этого это хватает, в принципе. Просто ты как бы их видел, когда они уже успокоились, утомились и так особо не, ничего не делают. Точнее, можно сказать, они ничего уже не делают. Так, иногда зайду. Вуди застрочил. Хейта мало, не хватает хейта. Да. Хватает такого троечка выйти, что-нибудь такое. Не хватает специй, да? Да. Нет, что-то ничего, блядь, не говорит. Странно.
А, он видимо старается, чтобы его взяли. На пикап. Двое сетка! Двое дамажные. Господи. Не, он же палит под лиза. Еще тот. Он со всеми дружить начинал, со мной в том числе, вот, блядь. Такой добрый, пиздатый пацан. Тут просто... Я не пойму, когда на серваке сидит больше народа, они... Тут шрифт уменьшается, чтобы все было видно. Блять. Что повторить, спак? Я говорю, когда на серваке сидит, допустим, 30 человек, шрифт уменьшается, чтобы все отображались в табе? Нет. Кого-то не видно, что ли? Я вообще не понимаю, о чем-то. Бля, ну смотри, сейчас на серваке 20 человек, и список как бы заполнен до конца. Да, а на серваке будет 30 человек сидеть, как будут все отображаться? Блин, хороший философский вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. Там потеют у синих, только не. Остальные играют по фану. Да тут все по фану играли, кроме не. Не, ну может Вуди еще потеет. Ну в принципе Альфа тоже может играть. Тоже не по фану уже. 2 минуты 11 фрагов. Да не, они не вытащат. Слишком мало времени. Угу. 8 7 Изи для комбайнов. Не, ну не изи. Изи нету такого вообще. Они проиграли, если б не хумал. Это точно слышу. Своей карты, естественно. Потому что синий свою карту выиграл. Блин! 8 фрагов!